Всем привет! Очередная съемка в эпизоде из магазина «Сквот». Сегодня 19 декабря и скоро уже Новый год. И этот ролик будет посвящен скорее розыгрышу парочки новогодних призов. Так что досмотрите его до конца, и там вы узнаете об условиях получения призов. Призы, собственно, два. Вот они находятся передо мной на столе. Это две уникальных модели от Dakine, которые не поступили в продажу. Их поступило в Россию всего лишь по 5 единиц. И мы их используем только для розыгрышей, для подарков нашим лучшим покупателям, друзьям и так далее. Давайте посмотрим, что из себя они представляют. Во-первых, это сразу же упаковка, которая не обычный пластиковый мешок, а красивая сумочка. Так, и сразу внутри мы видим первую вещь. Это городская сумка не очень большого размера. Объем у нее 10 литров. То есть, в принципе, в нее можно положить какие-то не очень большие вещи, не очень большой ноутбук или планшет. Но, учитывая, что в ней очень много карманов, для города она идеально подходит. То есть можно положить и ключи, и телефон, и зарядки. Внутри несколько отделений под совершенно разные вещи. Есть внутри мягенький карман для как раз ноутбука или планшета. Сзади есть такая панелька, которую можно надеть на ручку сумки с колесами и передвигаться по городу со свободными руками. Так, что же в этой сумке, вообще в этой вещи уникального? Во-первых, материал. То есть это армированный полиэстер, который выдержит действительно очень высокие нагрузки. Наверное, в городе вещи мало получают таких нагрузок, но все равно приятно знать, что ты обладаешь сумкой, у которой очень высокая прочность. Объем сумочки можно изменять боковыми и нижними утяжечками. Сумку можно носить как в руках, так и на плече, на обычном стандартном ремешке, который с помощью карабина пристегивается. А еще эта сумка может превратиться поясную сумку. Напомню, что таких сумок в России всего 5 штук. Это ограниченная серия сумок и рюкзаков, выпущенная впервые Dakine'ом на текущий сезон. Называется она Workshop. Почему такое название, честно говоря, не знаю. Но могу точно утверждать, что это уникальные вещи, в магазине не купить. Можно только получить подарок от магазина «Сквот». Вторая вещь, как видите, покрупнее. Это рюкзак. Рюкзак по форме напоминает сноубордический рюкзак «Хели Про» каких-нибудь там начала 2000-х годов. Он тоже сделан из такого же материала, из армированного полиэстера, очень прочный, очень крепкий. Сначала что бросается в глаза, это жесткая спинка с вентиляционным каналом вдоль спины, чтобы лучше проветривалась спина. Снаружи тоже утяжки для изменения объема рюкзака, причем они сделаны не карабинами, а магнитами, очень легко расстегиваются и застегиваются. Также снаружи на таком же магните
внешний карман с сеткой, куда можно положить, например, мокрый зонт, и он будет сохнуть в этом карманчике. И пара боковых карманов для бутылок с водой. Они эластичные. Посмотрим, что есть внутри. Внутри есть отделение вдоль спины для ноутбука или для небольшого планшета. Еще один дополнительный карман сверху. Основное отделение достаточно объемное. Там много маленьких кармашков на молнии и без. Есть дополнительная сумочка, в которой есть тоже карманы резиночки. Можно какие-то мелкие вещи, провода положить, наушники. То есть какая-то такая городская мелочь, которую необходимо держать в одном месте и не потерять. Она может... Можно использовать как косметичку, просто вешать ее за карабинчик. Молния отделения для ноутбука водонепроницаемая, специально, чтобы использовать этот рюкзак в дождливую или снежную городскую погоду. Объем его 25 литров. Эта серия сделана для людей, которые не вылезают из города, минимально выезжают куда-то еще, им нравится проводить время в большом городе, им нравится ночная жизнь, им нравится днем перемещаться по своим рабочим делам. В общем, такие две вещи мы разыгрываем в эти предновогодние дни. Теперь давайте расскажу об условии конкурса. Естественно, вы должны быть подписаны на канал в YouTube Сквот. Желательно быть подписанными на наши каналы в разных других соцсетях, но это не является условием конкурса. Условием конкурса является два момента. Сумочку мы подарим тому, кто самым интересным образом поздравит своих друзей и вообще всех зрителей канала с Новым годом. А рюкзак мы подарим тому, кто оригинальнее напишет, почему он хочет получить этот рюкзак и почему ему нравится Дакайн. Всех с наступающим с Новым годом и увидимся в следующем году.